исполнительная власть в Воронежской области представлена губернатором и правительством, а законодательная – областной думой. Обе ветви власти важны, так как принимаемые ими решения во многом определяют жизнь более 2 300 000 воронежцев. И губернатор, и депутаты областной думы избираются в ходе всенародных выборов. А значит, они так должны выстроить свою информационную политику, чтобы любой совершеннолетний житель региона имел полное представление об их работе. А как же дело обстоит на самом деле? На вопрос от независимой Воронежской социологической службы «Ваше мнение», достаточно ли вы получаете информации о работе губернатора, правительства, а также Воронежской областной думы, начнем сравнивать с исполнительной ветви власти. 27,5% жителей Воронежа в возрасте от 18 лет и старше ответили «меня это не интересует». А еще 14,6% затруднились ответить. Таким образом, 42,1% опрошенных ничего не знают о деятельности исполнительной власти региона. Это одна из главных причин низких рейтингов губернатора. К сожалению, не лучшая ситуация с информированием о деятельности областного законодательного органа. 45,3% взрослого населения столицы Черноземья не интересуются его работой. Еще 3,5% затруднились ответить. То есть 48,8% в неведении о законотворческой деятельности и работе с избирателями депутатского корпуса. А вот как распределились оставшиеся голоса по степени оценки получаемой информации. Что касается губернатора и правительства, то 12% сказали, что ее им совершенно недостаточно. А еще 17,3% считают скорее недостаточно. Сумма отрицательных оценок – 29,3%. А вот у их коллег из областной думы заметно меньше – 19,9%. 8,1% ответили «совершенно недостаточно». 11,8% опрошенных придерживаются точки зрения «скорее недостаточно». Думцы опережают губернатора и его команду по положительным оценкам. 4,1% воронежцев посчитали вполне достаточным объем информации о работе депутатов. Плюс 27,2% сказали «скорее достаточно». Набралось 31,3%. Против 28,6% у представителей исполнительной власти. 5,9% оценили поступающую о них информацию как вполне достаточную, а еще 22,7% скорее достаточную.